Привет, ребята! Поздравляем всех! Ребята, у нас, да, приехали с Краснодарского края Макс и Оля. У нас сегодня Рождество. Оля, скажи тост. Да, у нас есть чечелаки. Оля, скажи тост. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нас пригласили, и мы вообще увидели, что такое Тбилиси, и город. Мы сегодня ходили с таким удовольствием, сил ходить не было. Зашли, увидели красивое место и опять на полдня пошли в поход. Просто настолько все замечательно, прям волшебная атмосфера со всех сторон. Так что спасибо вам большое, что вы открыли для нас Тбилиси. Угу. И сейчас мы будем отмечать Рождество. Все, с Рождеством! Так, ну мы, нас уже осветил батюшка по дороге сюда, в церковь Самеба. Мы приехали показать ребятам. Ого, здесь сколько народу. Как сегодня нам повезло, какая хорошая погода. Репортеров, известных блогеров, веду съемку. Да, я тоже такая, вот прям. Сегодня только увидела, что здесь есть иконка Троеручницы Хиланская, я не могу ее выговорить, чудотворная Троеручница, не везде есть такие иконы. Идет служба торжественная, здесь очень торжественно и красиво. Мы впервые на Рождество пришли в церковь, где на другом языке идет служба. Освещение очень красивое. И убранство красивое, это церковь. Здесь еще ведутся работы до конца. Роспись. Поверьте, высота 10-этажного дома. Это, конечно, очень величественно. И такие красивые иконы здесь. Они как из сказочных каких-то из сказок для меня. Я так их вижу. Смотрите, какая красота. Все выложили какой-то мозаикой. Thank you.
президентский дворец, где сейчас находится все правительство Грузии. Мы очень близко, прямо здесь на территории. Идем ужинать. Ой, здесь панорама. Обалдеть. Вот от президентского дворца мы идем вниз. Здесь такая живописная, самобытная улочка. Европейская такая. Вот прям мы в Италии. Мы специально хотели сюда приехать, но вот обстоятельства вот такие, что мы пришли сюда, вышли сюда от церкви Самеба и идем к сухому мосту на площади Арбелиани, где всякие активности. Там же мы поужинаем. Я думаю, что там, может, и поближе где-то. Если мы сейчас на Тифлис ресторанчик зайдем, кстати, ребят, кто захочет вкусно поесть, не очень дорого. Есть тут ресторанчик Тифлис в районе улицы Марджанишвили. Мы туда ходим частенько ужинать. С Новым годом, с Рождеством! Мужчина не видит. Ой, как же красиво, да, Виталька? Мы специально сюда хотели прийти. А вот, посмотри, как красиво, Виталь. На балкончике посмотри. Я думаю, что это еще светящаяся какая-то инсталляция. Какие-то вот такие вот мелочи, они удивляют, да, вот так вот. Вот так. А, это включается, это световое, Виталь. Посмотри, что это такое. Какая-то барышня. Наверное, свет включается. Ой, как интересно. Посмотрите, ребят. Барышня какая-то на качелях катается. Скорее всего, свет, когда включается, ее очень хорошо видно. Ну, здесь, конечно, отельчик. Вот такой паспорт отель Блиси. Ой, как там внутри красиво. Я люблю заглядывать в чужие окна. Очень плохо видно. Ну и посмотрите, какая здесь панорамка. Панорамочка какая. Оля, привет. Посмотри, как красиво. Туда, Оля, загляни вовнутрь. Вот уже зажглись фонарики этого отельчика. Здесь есть ресторанчик такой уютный. Немножко заглянем в окошечки. Вот такая панорама на город. На город в закате. Представляете, какая красота здесь весной? Свидания вот у людей молодых. Ой, сейчас еще зажжется. Так, памятник, не знаю, Лермонтову, Пушкину, не знаю, кому, не вижу отсюда. Виталь, так мы уже у сухого моста? Нет? Нет? Идем дальше. Вот оно, знаменитое здание юстиции. Когда при правлении Саакашвили Михаила его построили, вот стеклянный из стекла символизирует прозрачность, видение.
Ну, мы переместились в ресторанчик Тифлис, как я и обещала, уже нам принесли первое блюдо, аджахури называется, это грибы, картошка, чесночок, азапа. Просто не передать. Рекомендую, обязательно посетите Тифлис. Вот такое вот интересное здесь. Да, интересный вот такой вот здесь дизайн ресторанчика. Он очень популярный, здесь много очень людей, и есть еще беседка на улице отапливаемая, но мы сидим внутри, ждем еще. Мы заказали из грузинской еды харчо, суп харчо. Ура! Нам принесли суп харчо. Да. Ребята уже его пробовали, им очень понравилось. Слезу Ольга говорит, слезу сначала выбила. Да. Остановиться больше не могла. Вот, так что приятного аппетита. Макс, начинаем. Ну все, хлеб горячий. Ой, я прям вот так хочу сделать. Ой, харчошечка вкусная. Аджахури. А это мадам Бавари. Ну это наш аналог мяса по-французски. В общем, мы начинаем праздновать. После вкусного ужина, шикарного, мы идем на все активности. Там вот, посмотрите, впереди есть каток. Мы сейчас туда сходим. Ой, как же тут классно. А воздух. Вот такое ощущение, что весна. Идем, быстрее идем. Макс, ты будешь кататься? Конечно. А ты умеешь? Я тут один умею. А ты умеешь? Да. Правда? Правда. Правда умеешь? Да, у меня даже ролики были. Коньков не было, но ролики были. Слушай, ты посмотри, как там классно. Мама вообще только попросила. А, там вот скейты еще, смотри, там скейты. Это скейт-парк. А, это скейт? Блин, ты без скейта, да? Я на скейте не умею, я на великах умею. На шпакате не умею. Ой, тут что-то перекрыли, а я на скейте кататься не туда могу. Перейдем. Я у меня только на самокате, на велике, да, Вот, подготовка к салюту сейчас. Мы прям вовремя пришли. Оля, посмотри, подготовка к салюту. А салют какой? А мы пришли вот оттуда. А в провода растянут. Ну, наконец-то мы добрались до площади Арбелиани, где здесь все активности идут новогодние. И немножко вам сейчас прям покажу, до чего же тут ярко, красиво. Блин, ну, помрачительно просто. Пойдем-ка. Вот здесь можно фотографироваться. Везде можно фотографироваться. А здесь сцена есть, это вот здесь диджеи играют, наверное. Смотри, Виталь, да, по вечерам. Да, смотри, здесь что-то готовится. Здесь что-то сейчас будет. Ух, как мы вовремя пришли. Ой, нам повезло, здесь сейчас какой-то концертик будет. Увидели этот скейт-парк. Огромный скейт-парк. Нам о нем рассказывала Вероника из Швеции, что она здесь встречала свой Новый год. А мы только увидели. Здесь, оказывается, на этой сцене каждый день играют или диджеи, или выступают какие-то бенды. Сегодня я надеюсь, что мы увидим хотя бы что-то. Мы просто не знали, что это все здесь проходит. Здесь можно попить чего-нибудь, поесть, погреть ручки. Да, вот так вот. Здесь-то как-то красиво все по-кукольному, при том, что очень все цивилизовано, как-то тихо, никто не кричит, не выпендривается. Покоряет. Ой, уже детки начали петь на сцене. Запах шашлыка.
Ярмарка. Ой, какие они классные. Вот эти люстры. А еще здесь есть Оля. Оля, пойдемте к Деду Морозу. Загадаем желание ему. Я хочу, чтобы он меня тоже взял на ручки. Я ему расскажу про свое желание. Оль. Я говорю, тут уже идут гулянья. Я не знаю, с какого числа мы впервые пришли сюда. Мы-то думали, что вот за сухим мостом вся активность. А оказывается, здесь. Посмотрите, какая арка красивая. А шары, посмотри. Шары, посмотри, какие. Ой, как классно. Смотри, иди сюда. Сцены из акробатики цирковой. Сцены из акробатики цирковой. Ой. Здорово, вот эти шары огромные. Попадаешь на улицу Шапито. Там стояла. Ой, я у вас потеряла раз. Вообще классно. Я как ребенок радуюсь, Оля. Ты посмотри, как здесь здорово. Вот там еще что-то интересное. Пойдемте. А? Ну, естественно, здесь есть handmade, ярмарочка. Слушай, волшебная, действительно. Ой, давай. Мы подошли к президентскому дворцу, но, к сожалению, уже не пускают, хотя было заявлено, что с 18 до 22 часов можно будет поснимать и зайти на территорию президентского дворца. Но, к сожалению, нет. Но мы хотя бы просунем руку сюда и поснимаем. Огромные.
потеряли. Иди поддержи маму. Посмотри туда, там классно. Так, а это каток. Ну почему-то здесь никто не катается. Но мы пойдем вот под, на эту красоту. Никто. Что, пройдемся с нами под новогодним дождем? Ох, чача тут. Свечечки разные. Ой, пчелиные. Соты пчелиные. Что тут есть еще? Салют, 9:40. Пойдем поснимаем.